Сегодня будем готовить смузи из дыни. Это очень самостоятельный фрукт, который надо умело сочетать с чем-то еще. Поэтому я предлагаю лишь оттенить вкус дыни цитрусовым соком. Ниже я расскажу подробнее, как приготовить смузи с дыней. Дыню выбирайте самую сладкую или добавьте в смузи пару фиников для сладости. Для густоты смузи можно добавить банан. Смузи из дыни получается легким, умеренно сладким, освежающим и невероятно вкусным. Дыни 3-4 ломтиков. Апельсин 1 штука. Лимон 1 дробь 4 штуки. Вода 1 столовый кон. Количество порций 1. Подготовьте все ингредиенты. Выжмите сок из апельсина и четвертинки лимона. В блендере взбейте воду, пару ломтиков дыни, апельсиновый и лимонный сок до однородной консистенции. Смузи с дыней готов, приятного аппетита!